Так, ну, я думаю, с травой, обладая нашими уже знаниями, которые у нас есть, будет, наверное, немножко полегче. Мы сделаем с вами так, откроем новый какой-нибудь, вот такой. Сделаем чуть покрупнее. И давайте сделаем сразу же травинку. Ну, это будет просто, в общем-то. Так, вот ее вот так загнем. Кликнем здесь, поставим здесь. Поставим здесь и здесь точку. И теперь эту точку. Так, секунду. Мы ее сначала разберем. Так. А теперь сюда подвинем. И манипуляторы уже доведем до кондиции. Получили вот такую травинку. Хорошо. Закрасим ее каким-нибудь зеленым, таким нейтральным. Так, выделим, да? Нет, давайте мы что сделаем? Мы сейчас превратим ее Можно ее превратить, можно не превращать вообще-то. Разбирать можно не разбирать. Но давайте разберем. Так, вот это уберем. А, поставим цвет такой. Вот такой, да? Так, я вот думаю, надо ее разбирать. Нигде это не написано. Ну, давайте разберем на всякий случай. Сделаем кисть. И запихаем ее вот сюда. Скажем, что нужна объектная кисть. Правильно? Окей. Так, направление. Сверху вниз, так мне лучше сверху вниз, да. Сделаем пока вот поменьше вот так и скажем, хорошо. Это поместим в сторонку, может оно понадобится. Берем кисточку, проверяем. Да. То, что нам нужно. Оп. Лучше, я думаю, что все-таки будет сверху вниз. Вот так. Так, 23 это маловасенько, вот 54 и вот так. Хорошо. Оставить маски. Ну, почему-то он так и продолжает делать сверху вниз. Сейчас проверим, а что у нас тут? Удалить. Интересное кино. Так, что это такое тут произошло? Назад. Вот так. Вот она, кисточка так. Она выделенная была, поэтому как бы еще раз сделаем с кисточкой вот такая. Ну, это маленькая совсем травинка. Давайте-ка мы ее увеличим. Смотрим. Хорошо, здесь просмотр есть. Отлично. Вот такая где-то нам нужна травинка. Так. И оставить маски. Так, сейчас пробуем, что изменилось. Да. Это вот то, что нам нужно. Вот. Именно такую траву нам и надо. Прекрасненько. Теперь следующее сделаем, ребята. Мы сейчас пойдем опять же в кисточку и скажем, вот тут сдвиг цветового тона. Тогда нам позволит делать вот такие вещи. Сейчас мы с вами начнем. Вот. Допустим, сделали
такой вот траву. Пока вот так. Теперь делаем темнее. И она наслушается. Мы начинаем делать более темную травку. Такой вот. Хорошо. Отлично. Но нам бы не хотелось бы, чтобы она вся была единого тона, поэтому давайте-ка мы сейчас позеленее что-нибудь сделаем. Вот так. Фу, это чей перебор? Сюда сдвинем. И здесь попробуем. Ну и какой-нибудь зеленый-то точно нам нужно. Такой вот ярко-сочный. Потребуется нам, конечно, тоже. Так, и теперь сделаем еще следующее. Мы сделаем его маленькую. Окей. Оставить маски. И маленькую мы совсем на передний план поместим. Такую вот. Вот такую травку на переднем плане. Так, прекрасненько сделали, да? То есть вот такая бы трава нам подошла, скажем так. Ну и можем еще сюда. Ой, забыл, что это. И поверху сделать тут тоже такие же. Чуть потемнее. Тут в некоторых местах. Ну, чтобы объем был. Да? Теперь вопрос в том, что как бы нам вот это все лишнее отрезать. Ну, я предполагаю, что мы должны сначала это все выделить. Да? Потом объект сказать, разобрать оформление. Вот, разобрали. Хорошо. Так. И вот теперь с обработкой контуров надо потренироваться. Разделение, если сделать, что оно нам даст? Все равно такую кучу, да? Разделение. А это у нас, что это у нас? Ох, замучился он, да? Так, это у нас обрезка. И это у нас еще что-то такое. Обрезает. Отлично. Вот обрезка у нас хорошо сработала. И объединение. Вот. Это то, что нам нужно. Теперь она не такая большая у нас. Вот. Прекрасно. А то же у нас прям месиво было какое-то. Возьмем теперь инструмент, сделаем тут вот такое что-нибудь. И пойдем, скажем, следующее. Мы сейчас в контурах, скажем, разделить нижние объекты. Прекрасно. Теперь возьмем и отрежем, и опять возьмем, отрежем, и опять возьмем. И таким образом, ребята, у нас получился совсем неплохой кустик. Вот видите, его естественно мы можем
брать. Так, объект у нас сгруппирован, разгруппированный. И мы сейчас его возьмем, сюда поставим, поменьше сделаем его. И начнем его соединять с другим объектом. Так, все вот так. И скажем, что нам надо трансформировать, зеркальное отображение сделать, вертикальное. Пожалуйста, ребята. Если добавить сюда пару цветочков сзади, бабочек, то будет очень довольно-таки неплохой этот. А интересно мне, вот если его перекрасить чуть-чуть, что это будет? Допустим, сделать это дело светлее, или темнее, или пожелтее, посвежее, скажем так, вот такое, или пожелтее. То есть можно сразу менять цвет, какой нам нужен, может быть ярче, вот так, окей. И теперь я сделаю поменьше и наложу здесь сверху. Вот видите, какой у нас получается тогда совсем запутанный лесочек. А можем и не накладывать. Можем наоборот сделать больше. Так. Так, вот. Пожалуйста. То есть с этим уже тогда можно все что угодно творить. Ну, я думаю, что, ребята, совсем неплохой получился у нас кустики. И вы поняли, как это просто и хорошо получится, если мы, нам нужна травка. Да? Ну все, остались что? Бантики, ленточки. И воздушные шарики. Сейчас сделаем.